Всем привет! Вы на канале Ника Арчи Лайф. Меня зовут Арчи, и сегодня у нас будет очень необычная обучалка по команде Go. У нас эта команда называется так. Заключается она в том, что собака передними лапками становится на какой-либо предмет и начинает ходить вокруг, при этом двигая задними, но передние не опуская с предмета. В общем, сейчас мы покажем, как это выглядит. Эта команда очень хорошо развивает координацию у вашей собачки. Обучение делится на два этапа. Первое. Мы учим становиться собачку передними лапками на предмет. Хвалим. В качестве предмета вы можете взять вот такой горшочек пластмассовый, если собачка большая, то тазик, и перевернуть его кверх ногами. Учим собачку становиться и хвалим. Второй этап. Когда собачка научилась становиться передними лапками на предмет, подводим руку к боку, либо правый бок, либо левый, смотря какую сторону вы хотите научить собачку кружиться, и ведете ее лакомством. И последний этап. Вы начинаете крутить рукой уже возле мордочки, а не возле бока. Вот примерно вот так собачка будет тупить первое время. Она будет пытаться слезть, будет пытаться просто взять лакомство. Главное терпение и регулярные занятия. Мы с Арчи выучили эту команду где-то за 5 или 6 дней, то есть 7-8 занятий. Для облегчения обучения собаки этой команде вы можете вести жест. Например, у нас это вот такое вот круговое движение пальцами. Если вам понравилось это видео, ставьте большие лапки и пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, также подписывайтесь на наши соцсети, ссылочки будут в описании. Не забывайте, что видео выходит каждый вторник и пятницу. До новых встреч, пока-пока, гав!